В это воскресенье, 21 июня, страна отметит особый профессиональный праздник – День медицинского работника. В условиях продолжающейся пандемии доктора и медсестры, без всякого преувеличения, находятся на передовой. Ежедневно, рискуя собственными жизнями, врачи спасают людей. По данным Росздравнадзора, за время эпидемии в России от коронавируса умерло почти 500 медиков. Поэтому этот праздник, отмечаемый уже 40 лет, сейчас для страны является знаковой датой. Сегодня утром в Магаданской областной больнице состоялось торжественное награждение работников в связи с профессиональным праздником. Исполняющий обязанности главврача Роман Сук подчеркнул, что медики фактически находятся на военном положении. Он обратился к коллективу учреждения с призывом проявить стойкость и терпение при исполнении своего долга, выразил пожелание сохранить взаимопомощь и сложившиеся практически родственные отношения в профессиональном сообществе. Среди награжденных сотрудников Дмитрий Веч, анестезиолог-реаниматолог. Накануне профессионального праздника, на который ему выпало дежурство, он поздравил своих коллег. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю нас всех с Днем медицинского работника. Желаю всем стойкости духа и душевных сил в это сложное время. Счастья вам и вашим семьям, благополучия и терпения. С праздником, дорогие мои!